есть вещи, которые сложно объяснить. Пожалуйста, можно стакан воды? Смотри 21 и 22 июля в 18:30. Документальный сериал «Иные». Черт, я иду. А в 19:30 паранормально крутое кино. Так тебе лучше видны мои ноги. На Т-24. У тебя у нас будет ребенок. Или на сайте. Бесплатно. Без регистрации. АвтоВАЗ. Российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Головной офис и основное производство расположены в Тольятти. Завод является градообразующим предприятием. Строительство завода началось в 1967 году, а в 1970-м с конвейера сошли первые 6 автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». К 1980 году на предприятии был выпущен 100-тысячный ВАЗ-2121, а в 81-м собран 6-миллионный автомобиль «Жигули». К 2016 году на заводе было произведено более 28 миллионов машин «Жигули» и «Лада». За годы существования завода сборка по лицензии производилась в нескольких зарубежных странах, а сегодня производство автомобилей осуществляется в России и Казахстане. Сегодня на предприятии работает около 44 тысяч человек, а производственный потенциал предприятия позволяет выпускать более 700 тысяч автомобилей в год. У него видел, какие банки? Да вон даже ему с вертушки. И на шпагат. Ой, Сталлоне обоих просто из пушки завалит. Я сказал Шварц. Ван Дамм. Сталлоне. Шварц. Ван Дамм. Сталлоне. Шварц. Ван Дамм. Сталлоне. Зато Брюс смешной. По-моему, ты делаешь мне комплимент. Главные споры нашего детства. Главные герои эпохи. Ночной видеосалон на киноканале «Синема». Невероятная итальянка Ольга возвращается в Италию. Но что, если она узнает, что настоящее сокровище спрятано на канале «Комедия»? «Комедия» — золотая коллекция. Если ты, несмотря ни на что, всегда стремишься вверх к своей цели, это отличный повод принять участие в конкурсе «Взлетай и снимай». Все, что нужно до 7 августа, прислать нам свое лучшее видео, снятое на квадрокоптер, чтобы побороться за главный приз в одной из номинаций. Поторопись, ждем только тебя! И да, все подробности на взлетайснимай.ру.